Древняя тюрьма – жуткое место. Кому бы могла прийти в голову идея переночевать здесь добровольно? Вот это старая тюрьма. Как только я узнал об этом месте, я сразу же захотел посетить это место. Ну и, конечно же, попробовать здесь переночевать. Ощутить на себе все страдания людей, которых держали в этом месте, у меня не получится. Слишком маленький срок и слишком комфортное у меня обмундирование. Построена эта тюрьма была в середине 20 века для японских военнопленных. Сегодня мы с Сергеем пришли сюда для того, чтобы переночевать, попробовать добавить немного положительных эмоций в эти пропитанные страданием стены. Ну, может быть, добавим еще и аромата вкусной пищи. Серега уже внутри пошел исследовать все. Пойдемте тоже. Она довольно небольшая. Я бы сказал то, что это больше похоже на карцеры, чем на полноценные камеры. Маленькие дверки, маленькие помещения. Здесь один центральный проход. Раз, два, три, четыре камеры разного размера. Атмосферка внутри, я вам скажу, очень жуткая. Кроме того, про это место ходят легенды, что здесь обитают призраки. Призраки тех самых замученных японцев, которые когда-то держали здесь. Буквально несколько лет назад два туриста, которые спускались с горы мимо здесь, ну, это такая вот легенда есть, увидели здесь какой-то силуэт. Побежали посмотреть, и когда зашли, никого не увидели. Честно вам скажу, я не верю в призраков. Серега, ты веришь в призраков? Переночуем, узнаем, тогда смогу дать ответ. Но так нет пока. Я надеюсь, то, что мы и не поверим. Две комнатки особенно маленькие. Руки не раздвинуть в стороны, но в
Вполне могло быть, что в такие комнаты набивали и по 15, и по 20 человек. По крайней мере, об этом есть документальные свидетельства, но, конечно, не из этих мест, а в принципе в ГУЛАГах так делали, практиковали. К людям, конечно, отношение было очень скотское. Я не понимаю, как так пропаганда могла промыть людям мозги, чтобы люди к людям относились как к зверям. И ладно бы еще, если бы в таких местах держали каких-то отпетых уголовников, которые реально опасны для общества. Так нет, в подобных местах по всему СССР в середине 20 века могли держать и вполне невиновных людей, на мой взгляд, невиновных. Например, осужденных по 58-й политической статье. Большинство из этих людей даже взглядов-то никаких не имели, а были посажены по доносу без суда и следствия. Нередко с таких людей еще выбивали показания, заставляли писать доносы на всех, кого они знают, и потом приходили и за их близкими и родственниками. В один момент, в сталинские времена, в Советском Союзе оказалось около 4 миллионов предателей. Откуда бы они могли бы взяться, да? Я думаю, что это следствие того, что Сталин хотел удержать свою власть и тем самым боролся с икономыслием не для того, чтобы гражданам этой страны жилось лучше, а чтобы спасти свою жопу. Страдали невинные люди. Только подумайте, 4 миллиона человек, абсолютно обычных людей, оказались в этом месиве. Почти миллион из них был расстрелян, а большая часть из остальных не дожили до конца своего срока. На мой взгляд, это ужасная гуманитарная трагедия. И вот такие вот места, хоть это строили и не для такой статьи людей, да, для военнопленных, все равно я испытываю глубокое сострадание ко всем людям, какие бы они ни были. И представить, что вот так вот можно относиться к людям, я не могу. Представляете, здесь сидеть? Итак, здесь есть два маленьких карцера и две чуть побольше камеры. Я думаю, что мы выберем какую-то побольше. Здесь есть две печки, которые должны отапливать как раз. Одна печка на две камеры. И там одна печка на две камеры. Я не знаю, работают ли они, но мы попробуем затопить эти печи. Попробуем обустроить одну камеру для жизни. Сделаем там какие-то лежаки. У меня с тобой раскладушка. Сереге попробуем сделать лежак. Ну и попробуем приготовить какое-нибудь вкусное блюдо. Наполним эти многострадальные стены ароматом свежеприготовленной походной еды. Выбираем камеру себе. Я думаю, что будем жить вот в этой камере. Почему? Ну, во-первых, она побольше, чем две другие. А из двух больших она, мне кажется, самая чистая. Но важно на самом деле выбрать камеру. А, это не лайфхак, как выбирать себе камеру. Сейчас мы просто посмотрим, какие печки работают. Потому что наверху, судя по кадрам с дрона, трубы нет. Она там могла быть забитая, засыпана, закрытая. И если какая-то из этих печек заработает, ту камеру мы и выберем. То есть либо левую, либо правую. Пора располагаться, разбирать вещи. Уже довольно холодно. На улице я опустилась температура уже ниже минус 10, а все эти стены промерзают, словно холодильник. Если что-то не так пойдет у нас с печкой, ночь здесь пройдет довольно сложно для нас. В любом случае, обратного пути сегодня у нас уже нет. Остаемся ждать призрака. Thank you.
Что, Серега, располагайся, тюрьма в твоем распоряжении. Выбирай любую комнату. Можно мне побольше? Друзья, не перестану вам рассказывать про свой нож. Не первый год уже им пользуюсь и очень доволен. Девиз производителей этого ножа: если нож вам жалко, то он бесполезен. Я тоже такого мнения на самом деле. Потому что нож на рыбалке, на охоте или в туризме — это рабочий инструмент, который нужен для того, чтобы строгать, ковырять, готовить, открывать консервные банки. Его не должно быть жалко. Но при этом он должен быть качественный и справляться со всеми задачами. Просто нож имеет сталь H12MF и крепкую рукоятку из карельской березы. Также у этого ножа красивые и качественные кожаные ножны. Ножны бывают, кстати, двух вариантов: для ношения на поясе и для ношения на шее. Также этот нож не является холодным оружием. С ним в комплекте идет сертификация соответствия, которая избавит вас от проблем с законом. Этот нож станет отличным подарком и отличным помощником в делах, в походе, на охоте или на рыбалке. В общем, подробнее про этот нож можно посмотреть по ссылке в описании. Там же можно и заказать. Просто нож. Так вот, я думаю, что в этой камере он с тобой будет. Хорошо? Она почище, посветлее. И как раз трубу от этой печки сейчас я почистил. Мы не знали, что здесь будет с дровами. Вообще, на самом деле, вокруг национальный парк, и рубить дрова нельзя. Мы подготовились в этот раз, чтобы не замерзнуть, взяли с собой вот таких вот брикетов, набили мешок. Сейчас попробуем пару штук растопить, посмотреть, как будет идти дым. Тут видишь, чертог, окна, да, они просто решетки. И двери, дверей нет. Мы сейчас топить будем, все будет выходить. Я взял с собой ткань, я вообще на шторы из нее шил для фургона, но видишь, не судьба. Теперь она здесь пригодится. Я хочу попробовать, чтобы мы ей дверь хотя бы завесили там, входную. Так. Или здесь? А, здесь, мне кажется, будет лучше, тепло будет сохранять. Потому что или все это будем утапливать, или здесь, в этой маленькой комнате, будет концентрироваться тепло. Кажется, так будет лучше. Давай. Теперь нужно придумать каким образом. Доску. Не удастся прибить, так гвоздь. Нужно какой-нибудь найти. Давай сначала прибьем, а потом к ней вставим эту штуку. Гвоздь я видел в соседней камере. Ткань. У вас там гвозди есть? Подкиньте пару. Кстати, уже чувствуется тепло. Вот здесь, с этой стороны, металл нагревается. И прямо этот уголок теплый. Дмитрий с собой взял специально камеру. Такой гаджет небольшой. Подключается к телефону. Позже покажу. И можно замерить температуру самого помещения, стен и, в общем, окружающей среды. Будет интересно посмотреть. Что, греет уже? Да. Надо это, на камеру заснять. А, ну она теплеет пока. Сейчас, раз там разгорится как следует, сюда углей, я набью побольше этих брикетов туда. И попробую тепловизором посмотреть. Вот, тепловизор. Задымила труба. Все идет по плану. Там внутри, в печке, только немного снега. Вот так прибьем ее, да? А вот все. Да. Камень много. Ногами принесу. Вентиляция, видимо, была. Деревянные палки торчат.
И к этой вентиляции будет крепиться шторка, которая не будет пропускать. Не будет пропускать тепло. Хотя бы воздух, чтобы не гулял только сюда. Да. А где гвоздик? Не знаю. Рядом. А вон на столе гвоздик. Не все гвоздь. Мне кажется, камень. Держи. Да, подержу. Ну что? Мне кажется, это сломается. Пока. Не очень-то идет. Мне кажется, лучше положить ее. И пусть на изгиб такой тянется. На изгиб. Вот, я в принципе. Да. Слушай, а я, знаешь, что, я брал рабочую перчатку для вставать. Держи. Ну просто холодно даже так работать. Все ледяное вокруг. Не особо пока гвоздь заходит. Гвоздь, наверное, тоже не знаю сколько лет. Все, пробито, и можно цеплять. Хорошо, потом нужно будет взять. Сюда. Тихо, камушек, пожалуйста. Нормально. В общем, нам повезло, что здесь нашелся старый ржавый древний гвоздь, благодаря которому удастся сохранить тепло частично. Подержать? Давай. Так, сюда. Ну, как-то так. Вентиляцию бы чем-нибудь еще забить. Потому что на воздух-то и так будет ходить. Еще окно надо завесить. Фух, потому что из него, естественно, будет все тепло уходить. Попробуем сейчас с другой стороны. Мусорный пакет, а попробуем завесить уже. Смотри, уютненько, да, становится. Свет потихоньку появляется. У нас тут уже дверка самодельная. И сейчас, если мы из форточки остановим тягу, то будем потихонечку накапливать тепло. Что, нравится тебе в тюрьме? Ну, блин, это уютнее, чем я представлял. Однозначно уютнее. Никак не разберусь. А, вот все. Если сейчас меня смотрят какие-то бывшие арестанты, подскажите вообще, используются ли где-то сейчас подобного рода места или нет? Или все это уже давно в прошлом, и сейчас все красиво и чисто? Ну все, можно кушать хлебушек кукурузный, подмерзший, с жареным беконом. Песня. Думаю, даже то, что прохладно, все равно будет очень вкусно.
прям вот так. Так. Да. А, уже прозрачная. Подложить бы что-нибудь под нее. А камни у нас эти есть? Вон они лежат. Ладно, другие найдем еще сюда. В том-то и дело, что у меня для этой печки нету, короче, сгиба, переходников. Я купил просто такой вот алюминиевый воздуховод. Он держит температуру 300 градусов всего. Ну, в принципе, думаю, хватит, может и хватит. Я думаю, что его как-то одеть, поджать здесь. Как раз в верхний квадрат вывести. Здесь стыкается. Прям нужно крутить побольше куда-то. Слева, с левой стороны попробуй. Крайний? Да, крайний. Круто. Как-то так. А сейчас ту я растяну на улицу и закрою вот этой вот ткани, которая не горит. Должно сработать. Ух, я заделал окно. Там нужна помощь с другой стороны? Да нет, вроде нормально. Посмотри, там есть щелей, нет? Чуть-чуть вот есть снизу еще. Вот так. Лишь бы не прогорело. Это гофра, она 300 градусов всего выдерживает. Так, прогорит будет печалька, потому что нет у меня нечем повернуть трубу. Вывести в окно отвод. Отвода нет. Крючки. Можно греться, только если сидеть прямо вот так вот возле нее. Тогда температура вполне сносная, чтобы не умереть. Пар валит, я думаю, что температура сейчас в нашей камере не плюсовая. Хорошо, что мы подстраховались и взяли с собой печку, мою походную. Потому что я думал, что вообще эти печи не заработают. А ночевать нам нужно здесь по-любому. Призрака нужно выводить на чистую воду. Точнее, то, что его здесь нет. Чтобы все знали, что здесь безопасно. Надо переночевать. Так, о, улиточка. Маленькая. Сейчас будем затапливать вообще печку походную. Блестит уже. Ну а чем еще заниматься в тюрьме? Ну, здесь порядок и уют. Так, ну что, засечь, сколько у нас будет гореть 4 этих брикета? Не оттирается эта штука уже. Ну, можно с другой стороны? Я с двух ее. Это каким-нибудь надо чистящим специально. Вот это совсем другое дело. Фух.
Пара изо рта уже нет. Я думаю, сейчас этот карцер мы прогреем довольно быстро. Жалко, что мы не можем плотно закрыть двери. Но даже так хотя бы вечер провести комфортно можно. Кстати, обратите внимание, насколько неровные здесь стены. Все потому, что вся эта тюрьма сделана из камней подручных. Рядом с горной реки собирали камни и выстраивали здесь стены. Возможно, что сами заключенные эту тюрьму сами для себя и построили. Подключили тепловизор к Серегиному телефону. Сейчас будем проверять, насколько вообще у нас греет печки. Как начинают прогреваться стены, и может быть на этот тепловизор нам и попадется призрак. Только хватит, наверное, шутить, да, про призрака уже? Не верю я в это все дело. Смотрите, почти 300 градусов. Сейчас вот мы направляем... 270. Сейчас мы направляем прямо на печку, которая стационарная здесь предусмотрена производителями. И видим, что почти 300 градусов выдает эта температура. Вот эта часть. Много это или мало, не знаю, судите сами для печки, но в принципе сейчас стало жара намного больше, чем было изначально. Все, она прямо загрела, я бы сказал. А если посмотреть на стену, смотри, здесь как прогревается, как идет тепло. Ух ты! Необычно. Там трещина, наверное. Скорее всего. Покажи зрителям. Это просто круто. Вот смотрите, сама стена. И вот по этой трещине идет тепло, поднимается вверх вот так. И видно, в каких точках стены температура повышается. Давайте нажмем на одну из точек и посмотрим, какая температура сейчас наведем. А, ну, один показывает градус. Плюс один. Плюс один, плюс два. Это уже круто. Конечно. При том, что печка находится вот здесь. Потому что, смотри, разное покрытие на стене. То есть где-то штукатурка, где-то она облупилась уже камни, где-то какая-то вообще плесень. И теперь, конечно же, что нам выдает эта огненная звезда посередине комнаты? Да, пока не сильно много, на самом деле. Но светится нормально. У нее уже тут второе дно, вторая верхушка. Чайник, вон, смотри, горячущий. Вот, пониже, пониже, если. О, да. Угу. И видно, как тепло расходится по трубе. Вверх идет и по стенке. Сразу температура здесь. Ноль. А ну-ка, на меня покажет. 14 градусов, 15. Нормально. Жив. Жив здоров. На лице целых 25. Нелегка наша жизнь, конечно, браток. Нелегка. А ты фартовый выйдешь раньше. Меня жизнь не любит. Пуля моя судьба. Ему надо сниматься в фильмах. Еще тот актер. Завтра пойду в Казфильм. Вот название кадр сделал, да? Греется все-таки сильно эта гофра, периодически приходится ее остужать. Прямо снегом сверху, так, потихонечку. Топку открываю, тяга нарастает.
Что, все вырубилось, что ли, хочешь сказать? Как будто в игре какой-то находишься. Иди пройдись. Не, ну по факту, что, у нас сели просто фонари, я заряжаю их. Сел фонарик у меня, заряжаю я пока. Достал свечи. Серега пошел снимать звезды. Забрал второй фонарь. Знаете, со свечами здесь намного уютней, чем с электрическим светом. Сразу такая атмосфера старинная. Причем как будто бы здесь не середина 20 века, а, не знаю, век 18 или 16 темница. Да, я думаю, что все-таки та печка вывезла бы эти камеры при условии, что их топили бы большими дровами. Там печка очень большого объема внутри. Мы топим только вот нашу стену металлическую с нашей стороны. И топить, например, ну, не переставая, то есть день за днем, если они будут гореть, то я думаю, что здесь стены прогреются и будет более-менее, ну, конечно, плюс 20 здесь не будет, но думаю, что хотя бы плюс 10 для карцера это очень даже. Я думаю, что многие карцеры вообще не отапливаются, даже действующие в 21 веке. А тут, можно сказать, трехзвездочный. Сереги что-то давно нет уже. Смотрю, где он. Серега. Кто там? Эл? Серега, ты? Тебя потерял уже. Долго видишь, как там такие кадры получаются сделать. Невероятные просто. Ночное небо настолько четко и... Блин. Ребят, сами это все увидите. Диме обязательно тоже кадры скину. Посмотрите, как домик смотрится. Пока Дима тут не ходил, искал. Цвет упал мистически красиво. Я просто восхищен тем, что получилось. Я сейчас. Меня ищешь, что ли, уже? Да-да. Че, фонарик пока заряжается. Ты забрал второй, да? Я его отключил, потому что бы засвета не было. Я глянул, но у тебя нет света. Решил пройтись по тюрьме. Со свечкой. Там вот дует с того угла, свечка чуть не погасла. Сейчас подойду. Давай. Булочку. Время близится к 12 часам ночи. Нам удалось прогреть это помещение. Все-таки две печки справились. И здесь уже пар не идет. Я думаю, что где-то плюс 10 точно. То есть, ну, в свитере сидеть комфортно. В общем, мы приступаем к приготовлению ужина. Наверное, никогда в жизни в этих стенах заключенные не готовили мясные блюда. Думаю, что еда была намного скромнее. Но все-таки мы здесь пришли не страдать, а пришли в поход. Поэтому никакого страдания, никакой каши. Я думаю, что у нас будет как раз-таки мясное блюдо. А это... самодельные пельмени. Да, мы взяли кусок мяса. Это индюшатина. Но не взяли мясорубку. Готовить будем по старому рецепту. Натрем мясо на терке. Натрем лук на терке. Смешаем и получим отличный мясной фарш. После чего, конечно, займемся тестом.
добавляем соль. Теперь для того, чтобы весь этот фарш пропитался, для того, чтобы промариновалось мясо, надо немножко все это дело, чтобы подтаяло. Сейчас уберем все это дело к печке и пока займемся тестом. Давай переложим его сюда, в кастрюльку смотрите. За него не так много времени, чтобы приготовить фарш. И вот, еще чуть-чуть замаринуется. Можно будет уже, к этому времени подойдет тесто. И можно будет лепить пельмени. Дашь крышечку? Вот. Хорошая мука. Попробуй поместить. Да, давай. Прям тесто-тесто. И это все в горах. Я не знаю, здесь сейчас какая высота. У меня есть высотомер на часах. Часы показывают 1894 метра. Почти 2000. На такой высоте тесто. В карцере. Ой, кусочками. Ага, да, кусочками. Чем его раскатывать? Да я хотел раскатать, а теперь думаю, что просто кусочками и вот так, как пластилин. Отрывать его и делать сразу из них эти, да? Кругляшочки. Скалки у нас с собой нет. Я пришел, мне можно вот так вот ножик. Нет, не вариант. Можем порезаться. Можем, конечно, универсальный, но... В прошлый раз он был стукой. Может, стучать по нему просто? Стаканчик, наверное, да, надо взять сразу. Да. Было найдено необычное решение по поводу, как раскатать. Бутылка очень хорошо помогает. Как настоящие пельменные. Все ровненько.
На это. Давай, мне лучше все сделаем красивые. 5. У нас неплохие кругляшочки из теста. Получился неплохой ароматный фарш. Сейчас мы будем набивать эти кружочки теста мясом и получать, конечно, вкуснейшие пельмени. Поставили воду уже, кстати, кипятиться, чтобы не тратить время. Я Диме предлагаю еще чебуреки сделать, но масло мы с собой не брали, чтобы жарить. Я представляю, что-нибудь заваливается сюда. А вы что здесь делаете? Пельмени любим. Последнее, что я ожидал, да? Увидеть здесь. Они такие получатся прям плотненькие, насыщенные. Не, мне нравится вот лепить пельмени, когда уже, знаешь, готово тесто, когда готово мясо. Просто сидеть потихонечку так лепить. Нагуливать аппетит, потому что я думал, что я особо не хочу есть после чая. Но теперь я прям предвкушаю, как я буду их кушать. С бульончиком, со сметанкой. Готовы наши пельмешки с бульончиком, со сметанкой. Аромат невероятный. Я думаю, сейчас все звери в этих горах сбегутся в нашу тюрьму. Так, ну что, приятного аппетита всем, кто кушает вместе с нами. Мы дегустируем. Это обалденный этот бульон. Это именно то, чего и не хватало. Пока только бульон, сейчас еще до пельмешек доберемся. Гигантских пельменей. Я добрался. Проварено тестом. И мясо вкусное. Все. Просто вот. Мы почти 40 минут варили их. Привидения. Приходите к нам на обед. На ужин, точнее. Привидения. Молчат. Ух, такой сок дает. Обалденный. Первый раз делаю с индейкой. Я думаю, это не последний раз. Это очень вкусно.
одно из любимых теперь моих блюд. Тюремные пельмени? Да. Но я их буду готовить дома, а не путешествовать по тюрьмам. Ну, закрою тебя по-настоящему. Как качалился я с походным оптимистом. В карцере сидели. Пельмешки готовили. Довольно уютно здесь, я вам скажу. Горит печечка. Мы разложили кровати наши. Пока плюсовая температура. Серега укладывается. Не знаю, как пройдет ночь, в общем. Если будет что-то интересное, то включусь. А так... Спокойной ночи. Долгожданное утро. Хотя, я бы не сказал, что прям сильно долгожданное. Ночью спалось довольно неплохо, мне, по крайней мере. Сереге похолоднее. Да. Вот, но удивился я тому, что когда с утра раскрыл спальник, я не ощутил мороза. Я привык уже, когда ночуешь в таких местах, печка тухнет, расстегиваешь спальник, вылазишь, у-у-у, холодно. А по факту мы просыпались по очереди, подкидывали дрова в печку, и температура плюсовая сохранялась до самого утра. То есть сейчас здесь вполне комфортно, и до сих пор не идет пар. Собираемся в обратный путь. В общем, впечатления самые разные у нас об этом месте. И боль, которую мы сопереживали людям, которые здесь находились. И при этом радость от того, что прикоснулись к истории и смогли это место превратить в маленький уютный ночлег. Я думаю, что впереди нас ждет еще очень много всяких интересных приключений. Призрака никакого, кстати, не было. Вот все это оказалось болтовней, либо он испугался и решил к нам не приходить. Я думаю, что это так происходит. Если вы верите в призраков, то призраки для вас существуют, и вы постоянно ищете их следы вокруг себя. А если вы в них не верите, то все эти предрассудки сразу вокруг вас исчезают. Благодарю за внимание. Это был канал «Походный оптимист». С вами был Дима и Сергей. Всем пока. Пока. До новых встреч.
Ну, а я ему говорю, короче, если не подойдешь ко мне в следующий раз, короче, больше не подходи. Вечер хату, дорогие подписчики. И сегодня необычное место, где мы находимся. Никому не рекомендую здесь находиться, но мы находимся. Давай еще раз, подожди. Ну, в общем, я после этого не перестал с ним общаться. Дырявый, говорит он. Так, все, ладно. Это капец, конечно. У меня дикая прям все звук. А я ему говорю, неси уже баланду. Сколько можно ждать? Отчаянник! Вечер в хату, дорогие подписчики. Сегодня мы проведем выпуск из тюрьмы. Но нас не посадили сюда. Здесь мы будем караулить призрака.